Як ви зрозуміли по надпису позаду мене, я знаходжуся у танцювальній студії Step by Step. Про це можна розмовляти довго, але є людина, яка набагато краще розбирається у танці, ніж я. Арт-директор танцювальної студії Step by Step – це Борис, із яким я вас саме зараз познайомлю. Борис, приветствую. Привет. Как дела, как настроение? Отлично. Слушай, ну поведай нас немного, вот расскажи о вашей танцевальной студии, какие вы здесь танцы преподаете, кто у вас тренируется, чему учите? На данный момент у нас 5 стилей танца. Это электроденс, дэнс-холл, хип-хоп, краб и джаз-панк. Я преподаю электроденс и веду группу для детей. Расскажи о самых знаменательных событиях, это последних фестивалях, которые проходили в этой студии. Прошло очень крутое событие, это Electrify, всеукраинский Electrify, который... Расскажи, что это такое? Это чемпионат, который проводится раз в год в Украине. То есть это вообще Electrify прошло от Франции, то есть это как бы, может быть, чемпионат, который выдавал лицензию на проведение чемпионата во всем мире, в разных странах. В нашей студии была возможность проводить этот чемпионат. Круто. С Украины вообще присутствовали практически все самые сильные танцоры этого стиля. Читаем вас на красивую Украину. Примерно, то есть мы разрабатывали одну часть зала, потом чуть-чуть передохнули и решили заняться другой частью зала. В принципе, в итоге нам это вышло около двух недель. Слушай, я вижу много здесь персонажей. Это выдуманные люди или это какие-то известные личности, диджеи, танцоры? Или это просто фантазия ваша? Нет, на самом деле здесь Run DMC, там очень-очень крутой танцор. На данный момент он является самым лучшим танцором в стиле краб. Тай-тайс, и это у нас танцор, который, как по мне, является одним из самых лучших танцоров в стиле хип-хоп, это Юки. Слушай, Германия. Ну, очень здорово. Креативность есть, фантазия есть. Классно, что вы сидите на улице, занимаетесь таким любимым делом. Ребят, процветание. Спасибо. Молодцы. Спасибо.